Какие мифы верят в зритель в вашей теме? То есть каких мифов вам придется его или разубеждать, или использовать эти мифы для того, чтобы ему более адекватную информацию преподнести? Монетизация видео возможна только через партнерку YouTube. После коллаборации у меня сразу будет прирост подписчиков. Правила YouTube не для всех. Посмотрите, вот кто-то так делает, и у него все хорошо, его не банят. Можно заработать на детских и игровых каналах. Можно выпускать по одному видео в неделю или в месяц, и все будет хорошо. Главное, чтобы видео было снято на крутую камеру, все остальное вообще не важно. Купив курс, я сразу же все пойму, все смогу, мой канал выстрелит просто по умолчанию. Я могу вести канал в одиночку, мне вообще не нужны помощники, я все сам. Я найму недорого фрилансеров, и они мне сделают крутой канал. Можно заниматься каналом 1 час вечером после работы, и все будет круто. Можно снимать своего ребенка на видео, и люди будут смотреть нон-стоп. Все можно сделать спонтанно, зачем дорожная карта и контент-план. Я могу сам сделать оформление и упаковку канала. И последний миф, который мы пока написали, потому что мифов на самом деле огромное количество. Я найму людей, которые будут воплощать мои идеи в жизнь, а потом мы поделим доход. Вот эти мифы мы собираем вообще как марочки. Это вот мы набросали то, что вспомнили по памяти, реально, да, просто набросали сейчас. Но я вас уверяю, в клубе 100 по 100, там, где ваше домашнее задание, вы увидите и узнаете себя. Этих мифов будет много, да? Они же все пройдены через... В нашей школе буквально по каждому мифу есть видеоролик. И почему это миф, и что делать, да? Например, монетизация видео возможна только через партнерку YouTube. И через партнерку YouTube. Вот важно, не только, а и через партнерку YouTube, там, да? Но опять же, ваши консультации, что продавать не нужна партнерка YouTube. Вы можете вполне себе использовать свой канал как подтверждение вашей экспертности, да? Да, дальше. После коллаборации у меня будет много подписчиков. То же самое, если вы выбрали неправильную тему, пришли там, допустим, у вас канал о рукоделии, а вы сделали коллаборацию с политическим каналом, то, в принципе, подписчики будут, но они ли ваши подписчики, нужны ли они вообще вам там, да, или там в таком формате. Дальше. Это еще один момент такой, правило YouTube не для всех. И нам очень часто показывают, вот у него же есть, и я могу, мы же не спорим. Можете, делайте, но не, мы не, вам не рекомендуем. Мы прямо говорим, да, потому что, ну, мы не можем говорить нет или да. Мы просто читаем правила YouTube, YouTube говорит, мы категорически не приемлем там то-то, то-то, то-то. И если вы делаете это, то ваш канал, видео может быть удалено, а канал заблокирован. Все. Мы сказали к вам, вы не послушаете ваши дела, ваши проблемы, что хотите, то и делаете. Дальше, допустим, да, можно заработать на детских игровых каналах, не знаю как, вот это миф там, да, особенно у нас каждый пятый приходит к нам и говорит, у меня игровой канал, как заработать? Я не знаю, я даже не знаю систему монетизации, да, ну, то есть в этом формате. Я могу канал вести в одиночку, мне не нужны помощники, можете, пока у вас там 10 тысяч подписчиков. Все. А дальше нет. Потому что дальше вы либо креатор, либо обслуживающий персонал вашего канала. Ну, по большому счету, то есть я могу сдавать свою комнату для гостей самостоятельно. Конечно, можете, бесспорно. Но если у вас уже этаж, и там 5 квартир, и в каждой квартире по 5 комнат, то вы не можете сдавать. Потому что вам надо либо убирать за гостями, либо заниматься рекламой. А если у вас уже дом многоквартирный, сами, я думаю, что вы даже не сможете обойти все свои ролики и ответить на комментарии за один день. Дальше, купив курс, я все смогу выстрелить? Не знаю, ни разу не видел так. Вот я сколько, знаете, я когда покупал курсы все, я хотел, то есть школа для чего была основана, да? Потому что мы показали, как надо. Потому что мы хотели найти специалиста, который бы взял нас за ручку и провел к нашему видео для бизнеса. У нас УТП основное, это мы помогаем предпринимателям увеличить продажи с помощью видео. И покажите мне тех, кто после прохождения ваших курсов уже что-то достиг.
Это секретная информация. В каком месте это секретная информация? И потом, как мы решаем эту проблему, да? Я говорю, давай, Катя, сделаем 100 на 100, где возьмем 100 каналов, доведем их до дохода от 100 тысяч рублей и начнем показывать всем. И мы всем, кто в клуб приходит, говорит, что мы имеем право показывать. Было, стало. Ну, тут такая еще проблема с курсами, да, что покупка курса еще не значит, что вы по этому курсу все сделаете. Да, то есть часто люди проходят курс, вот они получили информацию, но не применили ее на практике. И говорят, я найду фрилансеров, которым буду показывать, что им делать. И они будут все делать вместо меня. За недорого. А еще я хочу их убедить, что если, ну, это же результат вашей работы. Если вы сделаете канал правильно, то он будет приносить доход, и я часть этого дохода дам вам. Понимаете, как это работает? Вот. Ну и опять же еще один миф, это можно заниматься каналом 1 час в день. Потому что у Пети, у которого там 200 тысяч подписчиков, он этим занимается каналом 1 раз в день нормально. Он заливает видосики там чужие и нормально все ему. Можно, но не с нами. Ну и опять же, еще один старый миф, он раньше работал, теперь это миф, да. Можно выпускать одно видео в неделю, либо одно видео там в месяц и будет нормально. Коллеги, 30 видео на канале за год — это ни о чем. Или 12 видео, да, это такой, это должно быть такой вкуснейший контент, чтобы люди к вам там пачками, да. Мы говорим сегодня не про людей, подписчиков, а про дорогих, про тех, кто, кого, чье внимание можно кому-то продать, да, либо свои компетенции продать. Поймите, вот людям, которые продают свои курсы образовательные, там, да, семинары, им подписчиков, конечно, много, но там вполне хватает, чтобы было, там, допустим, 200 зрителей. 200 зрителей покупают, там, в среднем конверсия, там, если хорошая, там, получается, ну, 10 продаж есть. Все. И люди, которые решают свою проблему, они, наверное, уже уходят с этого канала. Например, вы делаете канал «Как выйти замуж». Да? К вам приходит там, не знаю, Оля, подписчик вашего канала, она при помощи ваших советов на вашем канале, да, выходит замуж, она же не будет смотреть ваш канал опять, ну, как выйти замуж еще раз. Но ваша задача, цель — продать ей какую-то консультацию, да, там личный коучинг какой-то, там личную всю эту историю. Поэтому так. Важный момент. Эти мифы надо не опровергать. Вот самое неблагодарное занятие – это опровергать мифы. Потому что у человека уже есть в голове то, что вот он знает, он купил это, да, условно там, да, он хочет там, допустим, можно заниматься каналом 1 час там туда-сюда, да, но мы тебе покажем технологию, при помощи которой мы, занимаясь там 3 часа в день, да, увеличиваем доход там в 2 раза. А это правда. То есть мы не оспариваем мифы, то есть у нас нет, знаете, это не диссертация, не профессорская работа там, да, не какая-нибудь там, не знаю, там научная работа, да, мы не оспариваем. То есть может быть у кого-то там после коллаборации очень много подписчиков, много, но, да, как сделать так, чтобы эти подписчики приходили к тебе сами на канал без затрат каких-то денежных средств. Ну, мы не опровергаем мифы, мы не начинаем спорить, потому что вот я вам честно говорю, вы уже многие заблокированы, они сознательно не знают, они осознали всю прелесть бана, потому что вот люди, которые приходят для того, чтобы поспорить, ну, наверное, это не про меня. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.